Итак, ребят, всем привет! С вами Седой Копатель. Как вы знаете, я люблю отправлять посылки. Да, победителям. Но также я люблю вскрывать посылки от вас. Но сегодня у меня вскрытие посылок не от подписчиков. Никаких подарков нету пока. Буду ждать. Вот, у меня сегодня распаковка именно тех посылок, которые я получил сегодня, где я участвовал на аукционах. Иногда я заглядываю на аукционы, если что-то интересное взгрустнется, и вот там вот я пытаюсь что-то интересненькое найти. И на этот раз интересненькое было, и я сделал кое-какие ставки и выиграл их. И я доволен. Сейчас распакую эти три посылочки, но к одной я вернусь отдельным видео. Так что смотрим, будет интересно. Итак, вот три посылки, ребята. Три первым классом, одна обычная, но вот эта вот обычная. Ребята, к ней прям отдельно, прям приду. Вот, давайте вскроем быстренько, не церемонясь. Вот, упаковано, в принципе, нормально. На аукционах не просто там хухры-мухры кто-то сидит, да? А профессионалы, опыт есть по упаковкам. Так. Здесь у нас пока непонятно. Я думал, здесь не то. Так, здесь у нас монета. Монета. Ой, какая монета, а? Какая красивая. Ай-яй-яй. Суперски выглядит. Вообще обалденная монета в частичной родной патиной. В общем, зачетный. Зачетный вообще. Ну и он мне недешево обошелся. Так что, блин, может быть, в ближайшее время, если у меня рука подымется, я ее выставлю на розыгрыш. Дальше. Здесь то, что... Такое ощущение, как будто один и тот же, смотрите. Упаковка одинаковая, ешкин кот. А это два разных адреса. Вот. Здесь я предполагаю то, что любит моя супруга. И она это коллекционирует. Именно и для этого я и сделал ставки именно на этот лот. Тоже пришлось побороться. Но как бы... Нет, это не то, ребят, не то. К сожалению, не то. А, стоп, 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 стоп. А, это два одинаковых. Точно, это два одинаковых. Ёшкин кот, значит, те с аукциона еще не дошли. Вот, здесь тоже у меня... Монетки. Блин, а я что-то про это и забыл совсем. Про это я совсем забыл. Так, здесь у нас что? Ой. Ой-ой-ой-ой. Хорош, хорош. Вот такая красотулька. Еще одна красотулька, ребята. Прелесть. Моя прелесть, да? Я про этот лут даже и забыл. Так. Этот, к сожалению, немножко имеет нечеткий такой, знаете. Такое ощущение, как будто его при жизни пытались чистить, но неграмотно. И вот такой вот нечищенный. Абсолютно нечищенный. Имеется следы то ли капонины, то ли какие-то окислы. То есть будем чистить. Так, и давайте вернемся к тому, о чем я уже зациклился. Лот, который выиграл. Но выиграл я его. Очень интересно то, что ставок на него не было вообще. Потому что со стороны он выглядел как шмурдяк какой-то бестолковый. И на видео вы сейчас даже это увидите.
потому что действительно бестолковый шмурдяк со стороны. Но меня заинтересовала одна вещь. Вот, видите, да? Шмурдяк, пуговки какие-то, всякая лабуда, колечки какие-то старинные. Вот, какая-то ерунда. Пряжка. К сожалению, все родное, но с утратами. В плане того, что имеется царапина, сколы. Вот. Блинский. Вот это я лоханулся. Ребят, я видел на лоте вот этот брелок. И брелок я видел, что самодельный. И там была монета в брелке. 1838 год. ЕМовский монетный двор. И я думал, что в брелок засунули именно монету. Вот именно из-за этого брелка я и поставил ставки, чтобы выиграть. Жалко, печально. Не оправдалось мое вложение. Ай-яй-яй. Жалко, очень жалко. Иначе я мог бы как бы... На фотографии вы видите, да? Что четко проглядывается монета. Сохран более-менее нормальный. Но это брелок. Ладно, давайте посмотрим, что здесь по шмурдяку. Что у нас по шмурдяку? Имеется вот такая серьга. Ну и серьга бижутерная. Клеймо есть, но клеймо от Белла. Дальше. Вот такой вот значок хорошего. Академия безопасности правопорядка. Вообще сохран четкий. Такое ощущение, как будто новый. Ладно, посмотрим дальше. Колечко. Колечко у нас бижутерное. Никаких проб на ней нету. Да что ты? Давайте по пуговкам. Пуговки алюминий, алюминий, алюминий. Ничего интересного, ничего интересного. Короче, мусор. Орляночка хорошая. Рельеф бодрый, но без ушка. Дальше что у нас? Пуговка бред. Пуговка бред. Пуговка бред. Еще пуговки ерунда. Колечко. Колечко, знаете, здесь имеется клеймо. Ну, по весу, ребят, ну, бижутерия. Посмотрим под микроскопом, что это. Дальше, еще одно колечко одно, колечко второе. Так, ну, вот это колечко с камушком с утратами, тонкое. Клеймо, не знаю, посмотрим. Здесь тоже клеймо есть, но что-то легкое, алюминий какой-то. Так, еще одно старинное кольцо. Были камушки. Дальше, пуговки, пуговки, бред. Это бред. Короче, так, это, наверное, все-таки от современное. Имеется двуглавый орел. Дальше, монета имеется. Ну, монетка, зачет, 1913 год. Вот, Австро-Венгра. Хорошая, бодрая. То есть, плюсик можно поставить. Дальше, монета юбилейная, Ломоносов, тоже плюсик можно поставить. Лысая пуговка, отстой. Дальше, юбилейная, 12 апреля 1961 год, то есть Гагарин, зачет. И еще один Кронштадт, 10-рублевая. Иноземная монета, не знаю... Республика какая-то. Не вижу зрения. Уже. Вот, иностранный. Дальше, в тяжелом металле имеется вот такой значок. Ну, хороший, качественный, тяжелый. И написано 15. Частная охрана. 15. Наверное, 15 лет частной охране. Ну, в общем, это, ребята, знак. Как бы тоже может быть юбилейный. Ничего сверхъестественного нету. Ну и дальше что у нас? Это было алюминиевое кольцо, то есть печаточка.
Вот, и, судя по всему, это Ленинград. В общем, вот такой вот, ребят. Что можно отметить? Плот был куплен, как вы знаете, недорого. Зачетные находки в этом распаковке только вот эти вот. Три монеты юбилейные, конечно же, пойдут в коллекцию. Пуговка «Орлянка» стандартная. Одна «Империя» Австро-Венгрия, 1913 год. Пряжечка, значок в идеале. И вот такой значок. И все, ребята, вот все интересное. А надежды были вот на этот брелок. Вот так. Ну что, ребят, посмотрели? Интересна распаковка? Если интересно, то в ближайшее время вообще буду делать такие вот обзоры. Потому что на аукционы я не часто попадаю, но если попадаю, то беру нормальную. К сожалению, не получилось у меня с брелком то, что хотелось. Только ради этого брелка я участвовал, поставил ставку. Ну а так в целом, по-любому, ставка окупилась монетками, вот, пряжкой. Ну а так в целом ждем еще посылочки, которые будут у нас на распаковке. Сегодня пришла только половина, будут еще. И так что приятного просмотра, ждите обзора того, что я приобрел. Некоторые вещи именно для вас. Кстати, одна вещь будет скоро разыграна совершенно бесплатно. О чем идет речь? Репосты в ВК увидите. На этом и все. Пока.